Пока на одном станке только выпиливают часть конструкции будущей мебели, на другом уже упаковывают свежеотшлифованное зеркало. С 2009 года в Химках работает компания с полным циклом производства мебели премиум-класса и торгового оборудования. Изготавливают прилавки, витрины, столы и барные стойки. Заказчики – ведущие торговые предприятия страны. Отличительная особенность – 50% продукции – сложные индивидуальные проекты не серийного производства. Над этим трудится штат из 30 сотрудников. Бизнес все время должен расти. Если бизнес не растет, не увеличивается, значит, он закрывается. Планы мы хотим достигнуть штат сотрудников 40-50 человек. Это наша необходимость. Заключиться с многими партнерами, с которыми мы не работаем еще. С какими-то крупными компаниями. Наша цель работы в основном с сетевыми компаниями. На химкинском производстве под потенциально новых заказчиков намерены расширить ассортимент выпускаемой продукции. Для этого компания планирует закупить новые станки и оборудование. К слову, как и большую часть из уже имеющегося отечественного производства. На встрече с представителями муниципального казенного учреждения «Малый бизнес» владельцам компании рассказали, что 50% стоимости готов компенсировать городской округ. Абсолютно всем предпринимателям помогаем, поддерживаем, консультируем и в финансовом, и в материальном, и в правовом плане. Так что мы работаем. В этом году муниципальными и областными мерами поддержки уже воспользовались 46 химкинских предпринимателей на сумму более 81 миллиона рублей. Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.